самочувствие хорошее, восстановиться успели, да. Было время отдохнуть у нас, подготовиться, поэтому все нормально. Рабочий процесс. Как успеваешь так плодотворно проводить свои небольшие выходные? Да все очень просто. Подарили книгу такую, «100 красивейших мест Башкортостана». Вот. Там и пути, и маршруты, и фотографии, и все есть, как добраться. Я смотрю, какие-то ближайшие точки выезжают, много времени не занимает. Это чистый воздух, красивые виды. Такое обычно всегда интересное путешествие в компании. Это очень как бы круто, это и заряжает, и переключает, и восстанавливает. We had a couple of days to recover from that trip, so we're well prepared for tomorrow. Found to finally play some home games for our fans. So. 3 points in 2 games is a good result. Yeah, you know it's not easy to travel. Like we only arrived 10 or 11 hours before the game, so it was hard. But so we're happy with 3 points from that trip, or 5 total from the Sibir game. They're a good team. They haven't lost this year so far, but it will come tomorrow. Like I said, excited to play at home now and looking forward to it. Дорогие болельщики, приходите на наши матчи, болейте, поддерживайте нас. Мы будем выкладываться на все 100, биться, стараться. Также ждем от вас неимоверной, ошеломляющей поддержки.